которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе работы в инновационном центре SkyWay в городе Шарджа, о строительстве объектов закрытого акционерного общества струнной технологии в Республике Беларусь, о создании подвижного состава и, разумеется, мы также вспомним главное событие лета – Экофест 2019. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре SkyWay в городе Шарджа были полностью сняты опалубки плит покрытия на обеих анкерных опорах первой линии, а также подмостей, для того, чтобы строители могли приступить к наиболее ответственной части работ – монтажу предварительно напряженной гибкой рельсо-струнной путевой структуры провисающего типа. После этого начнется монтаж анкерных узлов, которые, напомню, рассчитаны на горизонтальную нагрузку в 250 тонн от предварительного натяжения струн, температуры и ветрового воздействия. Начались подготовительные работы для размотки высокопрочных канатов, которым надлежит выполнить роль струн. На гостевом доме ведутся кровельные работы, а также установка окон и дверей. Разработана эксплуатационная документация для первого тестового участка гибкой путевой структуры, и уже в процессе предварительной разработки находится методика монтажа для второго и третьего тестовых участков би- и монорельсовой путевой структуры соответственно. Тем не менее, самые главные события прошлой недели –